Здравствуйте, добро пожаловать на канал Нагалина Джуэлери. Меня зовут Елена, и я занимаюсь созданием украшений ручной работы. Сегодня хочу показать вам распаковку с сайта AliExpress. Это все фурнитура очень хорошего качества. Итак, смотрите, вот первое, то, что не влазит в камеру, да, это вот такие вот чокеры. Смотрите, это был здоровенный пакет, 10 штук золотых, 10 штук серебряных, причем золото желтое, ярко-желтое, серебро, видите, больше такое, как нержавеющая сталь. Вот, и они, это вот такие металлические чокеры, сейчас покажу. Вот. Возьму по одному каждого и покажу сейчас. Так, смотрите. Вот они, вот так вот они сделаны. Видите, они вот такой толщины. Это где-то сколько? 3 миллиметра, да? 4 миллиметра. И у них вот есть... Они вот такие плоские получаются, да? И у них вот здесь есть застежка. Сейчас сфокусируем. Все блестит, поэтому фокусироваться вообще не хочет. Вот здесь застежка, видите? Так вот она застегивается. Очень удобно, потому что если делать какое-то лаконичное украшение, не хочется делать бусы, а просто сделать чокер, то можно вот так вот просто сделать этот чокер и сюда сделать кулон. Чудесненько. В общем, я давно на них смотрела. Вот, но там нужно покупать их сразу большим этим опытом. И я что-то не решалась. А потом думаю, а что-то я не решаюсь. Там стоимость каждого такого вот товарища получается около 50 центов, если их брать большим мешком. Качество у них хорошее, они не темнеют. Думаю, возьму. Прям чудесно. То есть вот, чтобы не извращаться и не сочинять какую-то там ту цепочку, то еще что-то, вот именно вот просто чокер с кулоном. Это вот чудесный вариант мне показался. Классное. Хорошее. Но единственное, что имейте в виду, вот это золото, оно такое желтенькое. Вот, скажем, сравню его вот с этой подвесочкой, да, вот, видите, это посветлее золото, это прям желтое. Но, знаете, в одном украшении можно мешать несколько оттенков того же золота или даже серебро добавлять, это уже, знаете, не так это важно иногда. Ну, в общем, мне они понравились, вживую они прям смотрятся хорошо. Застежечка такая аккуратненькая, в общем, классненько. Единственное, я не знаю, здесь, конечно, невозможно сделать никакую удлинительную цепочку. Вот как мы делаем чокеры, но с цепочкой, да, здесь это не вариант. Вот, но, опять же, очень неплохой вариант для такого стильного лаконичного украшения, я считаю. Классное. Так, теперь у меня тут еще вот эта вся фурнитура. Сейчас быстренько покажу. Смотрите, взяла я вот такие вот кольца. Так, шел целый мешок. 100 штук. Это была какая-то распродажа, и они вышли так нормально по цене. Смотрите, вот такие крупные они у меня. Сейчас скажу диаметр. Диаметр 3 сантиметра. Я у кого-то видела в обзоре, что вот эти кольца, они хороши именно в диаметре покрупнее. Маленький диаметр, они не очень хорошего качества. Ну, ты взяла диаметр покрупнее, и мне прямо они понравились. Правда, сделаны хорошо, легкие. Видите, они такие немножечко как гнутые. Их можно использовать и для сережек, я думаю, и для каких-то подвесок. Вот, в общем, найду, куда использовать. Красивые. Хорошие кольца. Так, еще подвески, смотрите, вот такие. Они так блестят. Вот, смотрите, это такие вот немножко гнутые диски. И у них есть с одной стороны дырочка. Дырочку еще так не увидишь. Вот здесь дырочка, вот здесь. Вот. Опять же, это может быть очень красивый кулон. Вот, часть кулон, то есть это как задний план сюда что-то еще. Для сережек. Они не очень легкие. То есть, конечно, будут такие сережки... незаметные в ушах, но смотрятся они просто обалденно, классно. Так, еще подвески, смотрите, вот такие я взяла, тоже это диски, гнут, так, это диски тоже, круглые получаются вот они, немножко они как рифленые, что ли, поверхность, но при этом очень блестящие, одна дырочка у них, тоже очень классно смотрятся, очень стильные такие подвески.
Так, еще подвески. Это вот такие основы для сережек. Ну, не основа, а там, видите, кольцо. И вот такие вот, сюда можно подвешивать. Прелесть тоже. Они легонькие, аккуратненькие. Вот это вот покрытие хорошее, оно очень долго носится. Вот, и можно сюда что-то и бисерное приплести, и просто собрать серьги, да, с подвесками. Очень замечательные. Так, и последняя позиция на сегодня. Смотрите, это вот такие швензы. Поглядите, какая красота. Это как лист такой, как будто бы лист немножечко скукоженный, да? Вот такой. Поглядите, они, по-моему, да, они позолоченные, вроде заявлено идут. Тоже, видите, они не совсем, они блестящие, но не совсем гладкие, немного шершавые. Правда, вот очень похожи на вот такой немножечко, на лист, на лепесток. Красивые гвоздики. Ой, прелесть. Ну, это не миниатюрные, конечно, швензы, но очень-очень красивые. Вот. Довольно. А, петля. Петелька. Вот она вот так сделана. И знаете, это такая петля, которая неразъемная. То есть тут надо какое-то колечко вот сюда будет делать, чтобы надеть сережку. Ну, то есть, скажем, вот так вот сделать. Да, вот так. Не получится. Вот так. Потому что вот это кольцо неразъемное. И вот это кольцо неразъемное. То есть здесь нужно будет что-то придумать с колечком, да, и потом уже подвешивать. Ну вот, но очень красивые. Их всего 6 было в упаковке. Но красота, красота. В общем, довольна. Вот такие вот были у меня покупки. Все замечательное. Если вы давно смотрели на вот эти вот и не решались, подождите, когда будет какая-нибудь хорошая большая распродажа, и купите. И хватит надолго-надолго. Ну вот я считаю, это очень хороший вариант для стильных лаконичных украшений, таких современных, когда вам просто хочется сделать кулон и элегантный такой стильный чокер. В общем, довольна я всем. Красивые подвески. Я довольна, ребята. Ну что, большое спасибо за внимание. Надеюсь, я вас подвигла на хорошие, удачные покупки или уберегла от ненужных, как обычно, да? Хорошего всем настроения, солнечных дней, мирного неба над головой, и увидимся с вами в следующем видео. До свидания!